Не тот. Не Вентер. Надо угадать. Может, Вентер, да, появится? Да, да, да. Я в прошлый раз ходил, мне попался Вендер с какими-то то ли припотами. Не с припотами, а там с ядами или что-то такого рода. Бля, прикольно, надо, надо. Надо рецепт. Надо трэш чистить. Гоуфул инзи. Такое надо, блядь. Это прям очень... Подожди, Максан, что там, говоришь, тяжело там нажимать так было? Не тяжело, а геморно. Иногда сбываешь. Ну, сколько, что я дарю? Все, курить. А, ты про это? У меня, знаешь, как на Энхе было? Я смотрю, у меня вроде перчатка откадышилась. Я нажимаю, типа, осколок, все, с перчаткой. А у меня миллисекунда перчатки не откадышилась, и приходится, нахуй, еще второй осколок зажимать. Да, да. Меня это и бесит. Блин, если бы хотя бы работало то, что ты не можешь юзать осколок, осколок во время того, как у тебя за юзом... Я уже курю. Вот, как раньше было, да. Он не юзался, когда уже заюзал. Нет. Кстати, возможно, вот это будет работать часть. Надо просто проверить. Там, возможно, не работает при условии меньше двух, типа, да, а вот при условии, что на тебе баф уже висит, он не юзается, может быть, эта часть работает. Надо проверять, какая часть именно работает. То есть его нужно по частям разобрать и посмотреть. А вообще, можно будет там кодеров написать, спросить, может, они подскажут. Они еще в меня свои нелегальные стримы засунули, я у них там вишу на странице. Опять же, ни посоха, блядь, ни плаща не упало. Печально. О, так. До скольки мы отдыхаем? Не знаю. Да сейчас покурят, они придут. Соло захилишь, Володя? Поехали, Маш. Дерьмич. Да, могу захилить. Я просто сочетаю форму Ридарс. А там у кодеров, типа, смотрю на форуме. Ну, они там тоже обсуждают это Ридарский макрос, там, при движении, все такое.
Довольно интересно, много. Там много кто спрашивает тоже про рейдеров. Типа, мол, робит что, альтернативу или что такого рода. Они, потому что у него макросы запрещали, то 4 перепиливали нахуй. Слышишь, Рид, ты не слышал? Там говорят, шаманам вернуть хотят цепуху обратно. Да, они просто вместо волны и быстрины добавят туда цепное состояние, и все. А, чтоб это древний, а, вот это пора. Все то же самое будет, да, только будет шанс 25% и будет на цепном состоянии он висеть. Ну, и как я об этой идее с самого начала сказал, типа, ну пускай добавят, похуй. Вопрос мне в том, кажется, как она будет хилить. Она будет хилить от первой цели или от всех целей. Вот в этом разница. Дайте суман. Если от всех, то имба, мне кажется, будет. И... Не, ну там смотри, нет, там на самом деле не такая будет имбища. Потому что в одну-то цель он войдет там от 10 до 15 может критануть, да, хорошо. А остальные там понижающие будут. То есть каждая цель будет следующая, еще примерно ниже будет хилить ее. Ну типа это будет плохо на самом деле. Потому что, ну, считай, если с волны вот ты кастанешь, там, в 23, там, да, 25 тебя кританет. Да, 20-23 кританешь волной, 7,5, 8 прилетит в другую цель от древних, вот этот прок. А если это будет браться цепное, то примерно по 5, по 6, короче, от 3,5 до 6,5 будет от цепных лететь в другие цели. Это но... максимально будет пик. А, это максимально будет. Понимаешь, я почему думаю, что в чем это хорошая хуйня? Потому что это же смарт-хилка, она же считает, она же будет хилить тех, кто самый просаженный, правильно? Ну, она, кстати, работает на базе. Если она как смарт-хилка будет считаться, это будет очень хорошо. Да, это как уже будет работать в Т5 уже, все. Ребят. Тогда еще тестили, когда. Ребят, у меня к вам выгодное предложение. Давайте, да, мы пойдем навстречу нашему любящему всеми паладину и почистим чуть-чуть трэш. Не, нахуй. Я нахуй, не вижу капа голды в своей сумке. Я тоже не вижу, нахуй. Ты, блядь, видишь, нахуй, что у меня за раса, блядь, откуда у меня вот, голда? У Гюнтера есть продавец он этих. Ну, я вон Гюнтер открыл. И что там у него? Грибы. Дайте суман, Малинраш, ты тут? У Гюнтера должен быть. Да, нам бегу. Стой. Нет, Гюнтер грибы, вон, я его открыл. Давайте пока... Дайте мне ассиста или шапку кто-нибудь. У нас. Сука, какие нахуй грибы, блядь. Настя, шишки, блядь. Галлюциноген? Понятно. Троллебой дермищ, я так понимаю. Я так чисто просто паролить. Всякая параша выпадает, блядь. Крит? Я проверяю. Это хуета наверху, ты что, гонишь, что ли? Это 1,5 кинжал, ну, костевой точнее. Давай, Мулин Руш, иду сюда. Он был бы хотя бы с РПБ 2,6, я бы, знаешь, без вопросов. Но 1,5 это хуета. Ну, бля, мне дерьмище это нахуй. Это все равно, что ты возьмешь на блядь, навар, блядь, пушку 1,5. У меня уже есть оно. О, 91. Вот. Ну хули, я не могу отказаться, блядь. От такой хуйни. Да распыли эту хуйню, нахуй нам нужно. Какая красивая кольцо, блядь. Шо, гидрака. Она закончилась. Она ролит вот так вот. Это кому хочется. Что-то подлагивать начал, стоп, нахуй. Я крутой саморог выкинул, Настя ушла отсюда. Black Dark обмен, этот дремич обмен. А вот эта вот меткость крит, это кто? Фаермаг, да? Кто еще берет? Меткость Фаермаг. И все, да? Ну да, по сути, больше нахуй. Ноги не надо тереть такие. Вкусно. В смысле, а ты на меня посмотри, я в них бы стучу. Я думал, там на второй спек Элема. Давай мне ноги. Какой нахуй Элем? Я вообще снес хуям этого Элема, блядь. Я даже не смотрел, ни разу его не спекаешь, как его переделывали. Мечик я себе оставлю, пожалуй. Тут это грудак тоже странный. Кому это надо? Хоста РП, блядь. Это кто? Курики? На транс ну, возьми типа... себе этот коготь, меч. Ты мне все говно решила, блядь? А где мои ноги, блядь? Сейчас. Говно какое-то, пиздец.
Все, дал каменок, блядь. И Блэкдарк в нем за кольцо. Когда-нибудь в будущем куплю себе четвертый спек и сделаю хапала. Хочешь спек, если все лайфишь? Ну вот сейчас этих двух мобов убьем. А что ты хочешь? Думаешь, оно лучше, чем Талгаровское кольцо? Ну пока что да. Пока да. Пока типа да. За счет статов. 258-й оборот уже должно быть получше, чем... Тебе холич обмен давай. Тебе благодарю. Это меткость хуйня, типа стат, блин. Ну, смотри, а если тебе есть надо... тоже меткость дает. Если тебе надо добить меткость, то почему нет? Оно 277-й. О! Дайте палочку, я пойду открою. Мне нужен ебучий мачо рецепт. А то, блядь, эти припоты дохуя стоят, нахуй. На меня бабушка. Кто там палочку вырвал? А что там за реги на тот припот идут? Там три пирошишки и какая-то хрустальная колба там. Блядь. Ну типа реги там вообще, блядь, полная хуйня, но, блядь, просто люди шарят, что дохуя берут, ну, рейтинг. Дает даже коту-то можно. Давай, хули, спекайся. Так, вот этого... Так... Блять, дракон еще нахуй. А дракон у нас что там можно с ним делать? Бэкдарк находит другого бафненька. Спячку можно дракону вроде давать, да. Молинраж, короче, банишь полумесяц, воит спячку по кресту и холич ромбик этот шаклиш. Если что, Настя фернет. Ща, какая промахнет. Рыбку ставлю, кушать. Слышишь, Серый, ты там выбрал палочку, я за нее потом. Тебя, Настя, выгоним с инста. Потом заюзаем. Спасибо, блядь. А ты, медведь, иди отсюда. Все. Не держим мы с тобой. Так, кого, если что, там филяю? Ромик. Настя, что там тебе не хватает в этой жизни? Мне все хватает. Холи спекнулся. Да. Да, он красивый. Дай ему отчет. Дракон луна, да? Да. Дракон? Не, дракон, блять, крест. Ну раздайте контролы, ребят. Что за проблемы, блять? Еще дальше отведи, Дермич. Сука. Блять, Блэкдарк, нахуй. Ты такой Блэкдарк, блять. Дебахните, маги. Я по нему каску 10 минут надо. Слушай, я хуй знает, как бить теперь, блядь. Настя, аккуратно, если лужа будет. Настя, лужу не разливай, пожалуйста. Это прошлое. Бей, Войт, пофиг. Блядь, я не выйду, нахуй. Я подстрахую. А, ну ты без этого. Не надо пока дай обновлять спячку, зачем? Ладно, подамажу. Так ты и должен дамажить, чё? Лужа, 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 милики вышли! Логично. Просил. Ты дашь здесь ещё, да? Да. В эфире. Лови Серый Трикс. Там дракон лютый прибежал. Ну еще кто его? Спячку, блять. Да вывели, я только обновил. Там было. Наверное, вы Фьюри своим, блять, солнцепадом. Может, не подойдешь, чтобы тебя прохилить легче было сейчас? Опять дракон. Что, это я, что ли?
Ну, дракона сейчас Рид умрет, ребята, блядь. Давай прохилим. Блядь, Вайт Фьюри, уйди в жопу в мира, я не знаю. Настя, нажми таунт, отведи его, блядь. Киньте спячку. Ребят, мы сейчас выпанемся из-за этой хуйни, блядь. Там паладин аккуратно. Сука, только выведите. Смотрим за лужи. Лужу может кинуть. Нормально. Пока нет, сейчас еще раз может кинуть твою способность. Увидеть, теперь можешь развивать. Там бесик. А, все. Плохо дело. Кто его поставит? Я отвел. А? Далтрикс и серый. Опять дракон. Ну все, Рид умер нахуй. Да выебывались. Дракон нахуй. Нахуя вы сбиваете? Вот я не понимаю нахуй. Вы, блядь, конченые или что нахуй? Убери нахуй свой Т4, если ты не можешь его не сбивать. Я не знаю, вот это... Подожди, давай для начала ринканите, кто по нему бил. Потому что я не видел, чтобы я... Я, во-первых, от него стоял, блядь, на 50 метров. Ринкани, по какой по нему дамаг его активировал, блядь? Вот. Это по кому? По дракону? Там от паладина, да. И от кота. Дамаг. Ну, 3-5. От меня, ну, паладин в мелизоне-то бьет. И кот тоже в мелизоне бьет. А вот, блядь, а вот ты конкретно раз. Своим солнцепадом нахуй его нахуярил. Он как раз бьет по 1200. Вот 3 раза ты избивал спячку. Пиздец. Да, там 3500 тебе чисто солнцепадика в него залетел. Ёманый вот. Сколько у него рейндж нахуй? Пиздец, за него за комнату стою. А по вашему воздание, это что за... Это что такое? Потому что, блядь, надо, когда босс опуляется, сразу там эту спячку делать, нахуй, и босса отвести. И стойти, да, нахуй, на максимально. Я, блядь, стоял в центре комнаты, ты этот ДБМ дал. Либо снять свой ебучий Т4, нахуй. Чтоб мы не сидели, не варились. Я подбежать не успел, ты сказал мне этого пидора контролить, я еще и метку не выбрал, нахуй, и не подбежал, нахуй. Серый поконтролит, нахуй. Отойди просто подальше, нахуй. Либо сними свой Т4, нахуй, чтобы мы не вайпались. Этот дракон дыханием убивает. А у Дермича есть ДД, если что? Есть. Я могу мишкой потанчить, чтобы, блядь, этой хуйни не было. Не надо. У нас меткости не будет, у нас ШП нет. А это что-то можно было обновляться? Нет, не обновляется. Ну еще когда на Джипс? У Насти есть Джипс. Вальмор, а ты чем въебать успел по дракону? Я просто не увидел, там было еще возмездие 3-7к. Он шишками въебал Вальмора. Ну, то они там с хуличитом, они вместе с хуличитом по палающим возмездием въебали по нему. Так и ты Рид шишками въебал по нему. А чё? Я? Не, я тогда, понятное дело. Потому что я его танковал стоял. Что мне еще делать? Серый, контроль, пожалуйста, дракона, нахуй. Сразу ему там впереди ебани, я поставил на него крест. Ромбик, мулинраж и полумесяц там, холишит, либо... Холишит, короче. А Макса хорошо получается. Холишит, либо холишит. Ты какой холиш выбираешь? Да, я думаю, холишит, наверное.
Ну, я понял. А мне кажется, наверное, холи пшель будет лучше. Давай, сорща на полубав, поехали. Сразу контролы давайте и дремищ отводи его, босс. Все, блядь, раздали контроль. Дальше еще отведи. Все, заебись. Холич, не щитой, пускай Бальмар щитует, у него больше спида, больше просит. Походу я вылетел. У меня все повисло нахер. А не, все норм. Дракон. Ну, я завис. Я его отведу. Блять, дракон ебучий, блять. Чувак, подхилить сейчас умрет. Да сука. Ебаные серые, блять. Ты нормально сервер отвалил? Да. А магу сальва есть? Да, Настя, дай сальву, по-моему. Черно сер, Настя, ферни полумесяц. Настя, ферни полумесяц. И будешь херять его. Дермич, блять, аккуратно лужу не разливай, Дермич, пожалуйста. С лужи выходим красным. В РДД может кинуться, может в мили. Мили-мили лужи ушли. Там дракон скоро не побежит? Как сбили, ну, блять. Ну а кто это? Меня точно. Блять, пиздец. Лужи, блять. Или они это дармички. Блайт могу зарядить по кому-нибудь. Неприятно. Угу, подумал сразу. Не, то, что оно в тебя блайт кидает, это мега хорош. Ну, хоть не в меня, это ладно. Мясорубка пошла. Черносерд, Настя. Прохил. Хочешь, да ты там никуда не делаешь, что за хуйня? Вальмар, ферярь сейчас будет. Кош нажму. Ну, кто ты понимаешь, на него дотки вижу. Алтрикс и сережки. Блять. Фир, диспел. Диспел, но не. Хотя этот холич может масс диспел давать, но нормально будет. Неплохо, я считаю. Сейчас дермич. Дермич дашь эсбаунд под эту хуйню. Молния. Дермича прохил больно ему. Айсбаунд дай. Кто
Что там, блядь, я проебал вспышку? Я или что это? 5-3 секунды. Настя, верни. Я, блядь, им чё, кукол или, блядь, я, блядь, все втроём мне пиздят, мобовите. Диспел, сука. А, заколуной. Ну, блядь, ну я только прибежал, опять фир, я, сука, все яды проебал, нахуй. Вот, я тебя не захилю, если ты будешь там стоять. Я сам себя похилю. Ну чё, башка? Прости. Масочка было бы неплохо. Было бы найс маска. Сказал бы лучше. Угу, хуй. Ну, маска упала, видишь? Дагер упал. Но он мне не нужен, он 1.8 такой же. Типа, если бы 1.4 было бы нормально. Так, я приду. Блин, какая ебанина, блядь. Хуета. Не, это хуета, Дагер. У меня 2.1.8, блядь, по 2 сокета, нахуй. Вот это заебись. А это, вот эти крит, нахуй. Нахуй этот крит, похуй на него. Да чисто сокеты решают, 2 дырки. 4 дырки, охуеть. Не, даже 1.4, вот этот 1.8, он то круче будет. 4 за 2 сокетов, ну. Просто больше ОП дает, в принципе. Ну, это получается один хуй, этот еще раз линканул, этот один хуй, я типа его ебанул, 3.5к опять так же, что ли, я не могу понять, или как? Иди танчи. Собрать трэш. Да, это СРДД, после трэша. Да давай сначала трэш, там сыр, там это, давай. Блядь. Дракона этого ебаного заебала нахуй. Да ты бы всех пулял. Наринда сейчас откиснет нахуй. Крутила бой любой хуй вообще нахуй. Даже не видит, что сорвала, блядь. Я видела, я стопнула, я начала хилиться, но не повезло, не фартануло. У тебя же был шанс нажать бабл. Непонятная ситуация, бабл. Паладин и бабл не нажимаю. Точнее, Настя бабл не нажимаю. Я хороший паладин. Хуёвый ты паладин. Я охуенный паладин. Непонятная ситуация, нажми крылья. Получаешь пизды, нажми крылья. Какие-то вопросы, я нажала крылья. Все. Я паладин, я создан для ДПС. Настя 30 секундная теперь, так что. Иди пророком. Мне чё-то, оказывается, не прокрутился, блядь. Рыбу хавать. Короче. Первая фаза, близко к боссу не подходим, может, да? Мулинраш вообще не подходишь, потому что там вихрь хуярит, угу. Ты же копьё. Ну, Вальмора говорит, он с авиаконтроля, у него... Этот слип сам слетает, нахуй, надо просто его смотреть, сука. Он и... Короче, ладно, хорошо, похуй. Дальше, вторая фаза, под медведя просто по жопу становимся. Медведя поставишь вот сюда, вот, Серега. Когда у него 61%, побежите все в крест туда. Ну, и дальше там, если что, станете прямо боссом. Мулин, сюда, в тотемы, не ебёт. Четвёртая фаза под босса, там кошка прыгать будет, прохил просто. Ну и пятая фаза, со столбов уходим, подъебало, не стоим у босса, чтоб дыхание не задало. Это саппорт? Ты нахуй ты её бьёшь, ёбаный враг. Не надо быть саппорты, нахуй. Бахнул, захотел. Всё, серый тут, готов? Угу. Сейчас я тебя... Сука, ёбаный звук. Прописал на пол. Отчет даю. 4, 3, 2, сука, ебало, разобью было их. Кровоток. Убирайте. Пизду вас нахуй. Короче, долбоебы конченые. Просто, сука, я вас ненавижу, нахуй. Нахуй вы, сука, вливаетесь, блядь. Конченые вы, сука, существа, нахуй. Я вас хуй в один рейд возьму, нахуй. Пока вы не научитесь, блядь, смотреть, пока нахуй танк поставит его, нахуй.
этого босса, чтобы мы, сука, не теряли время и не вайпались, блядь. Чтоб в 25-ки, чтоб в 10-ки, блядь. Заебали, нахуй, реально, блядь. Сложно, сука, блядь, подождать, нахуй, 5 секунд, нахуй. ЧСВ не позволяет или что, блядь? До танков им создать надо дотанчить, нахуй. Причем с портовара начинать, нахуй. Сука. Таймер запустить хотел бы, но за сколько минут, блядь, посмотреть. Есть такой аддон, ребята, там, ну, маг, там, кто лок. Дай массаря, что ли, маг. Кто срывает, часто, Омен называется. Вот там рамочка расширяется, там цвет меняется, там ставите, блядь, смотрите. На какой вы строчке. Если вы в РДД зоне, то агро надо набрать 130% от агро танка. Если подойдете не в зону, то 110% для срыва агро. И там это все написано. Сколько танк набирает за тычку, все тоже показано. Серый, ты юзал? Ой, блядь, толпа. Да, фигня выпала, говно, моб какой-то конченый. Сука. Ходит там что-то. Говно и воняет от него. Я так подозреваю шанс. Слышишь, вызвать этого моба. А чё этот дерьмище что, не справился бы, типа, это, побегать? То есть там хули зеленую власть включаешь, нахуй, и все, и бегаешь так же, нахуй, дурачок кругами, и все, блядь. Какая разница, если можно так, дермиш ни разу не водил. Поэтому, типа, нахуя вот эти вот лишние вайпы устраивать, если может поводить ее. Давайте фулбам быстрее. Рыбу еще раз ставлю. В крестик, да? Ребят, быстрее, ну. С медведем и вихри в крестике теперь ждем, да? Да. А то что-то первый раз мы, блядь, наверх туда куда-то поднимались. Да, блядь, тут по-разному можно. Стоит на сразу, как только... Сразу на вихрях, как только появится, может там прожать сейвы какие-то, чтобы больно убить. У нас нету сейвов, блять. Нету сейв. Все, а чё, дым? Настя, кулак, снимись, крестов, блять. Блэк, подойди сюда. Что за привычка убегать? Макс, судьба тебя задевает. Фаза на пол сразу, да? Заранее. В спину стали все. Это скажу, тогда в крест побежите.
Ебать, для нечто платы, что ли? Да. Сейчас. Так, ждем. Сейчас немножко будем стопать. Кажется, бьем. Все, стопнули, ДПС по боссу. Не бить. Не бить. Диспел сейчас будет. Диспел дали. Все, отбежались. Крест, диспел, диспел, диспел. Крест. РДД добивайте. Переводите. Ясно. Хуй меня продиспелили. Ну ладно, похуй. Переводим РДД. В кресте все стоят ровно. Сейвы свои жмите. Сейчас должны уехать. Ждем. Не кастим пока ничего. Только хилы бьют. Пока никто ничего не делает. Только хилы прохиливают. Никто не бьет, еще раз повторяю. Что там, ушли? На, все, пошли все под босса. В печеньку ровно, прямо в босса все встали. Все сирены. Спаза будет. Дал тебе на пуз за. Моба сразу не вливайтесь, он сразу он нагрузки дает. По боссу все встали, Илья. Следующая фаза с птицей, напоминаю. Подъебалом у нее никто не стоит. В одной кучке тоже РДД не стоит. Чтоб вдвоем не сдохли от столба. Ты, Наська, поставишь ауру от огня, или ты там автокач? Дарми через бом... Ой, этот, бомжей дай. Могу. Лучше ты выпадем. Сейчас мы курим с бубном. С вами. Все наполнено. Ебало, никто не стоит. Геру дали фул ДПС. Сейчас первый столб скоро будет. Столб сейчас будет. Столб. Кинулся, блядь, странно. Что-то
стоп не кидает, очень странно. Сейчас Малерож, Малерож. Я боюсь, сейчас веду, поэтому по чуть-чуть. Он их просто не сон. Стоп, Блэкдарк. Ясно, Блэкдарк вот. Сейчас следующий стол будет. Стол. Не кинулся. А что, мама как-нибудь вообще будет видеть? Я вот ни разу не знаю. Не видел. Ну что, быстро убили? Угу. Ну вот хуета. 8 минут. Будет дерьмо. 8 минут убили? Ну да, 8 минут. Охуенный меч, нихуя себе. Ну, ботинки неплохие. На рестеров. А Азов не падает. Ну что это за канитель, вот этот последний кровь за Луджина? Бесполезно. Какой-то 17 голды там или сколько здесь. Окей. Помойка. Какие сам губеляшки да есть? Помойка. Зуламан помойка. Фу. Не, ну в Зуламане можно шмотки достать, которые тебе нужны из Саука. Из крафтового сегмента. Ладно, хоть да, герой фу. Блять, не получай ни тельца, конечно. Бивнилом еще, блять, не маски. Ну, 4 шмотки надо. Чего? Ну, по всей тикару хэм погибель, сходим хуй с ним, затокиваем. Не то, что это надо. КД. А, КД уже некоторые. Я же за долгоногом сейчас в Малдрана хожу. Взял вот эти плечи упали, наконец-то, с рана. С рулем. Фу. Тапки кому-то надо, духаст? Духаст? Угу. Рамштайн? Какое везение! Уф! Что ж ты получил? Сферу рыцаря? Блэкдарк, тебе надо тапки? Я бы взял. У нас тоже друг. Ну, пистап бы еще такие, конечно. Спасибо. Mm-hmm.